Глава района продолжает рабочие встречи с руководителями предприятий, а также коллективами организаций различных сфер деятельности. Об итогах работы Роман Синеговский на днях говорил с директором детской школы искусств Мариной Тимченко. После рабочей встречи районный лидер посетил школу, пообщался с коллективом, чтобы узнать, какие вопросы беспокоят преподавателей и в каком состоянии находится это учреждение культуры. Подробности встречи в репортаже моих коллег. С учетом того, что этот год президент объявил годом культуры, губернатор Александр Николаевич, соответственно, поддержал инициативу президента. Может быть, мы с вами дополнительно что-то вдохнем, как говорится, в нашу школу, потому что основное назначение – это воспитание наших детей, духовное воспитание, культурное воспитание. Как говорится, что заложим, то и пожнем. Поэтому я большое внимание уделяю в целом и дошкольному образованию, и школам искусств. И поэтому хотелось бы, чтобы наша школа, так как она находится в центре города, это, наверное, основная наша школа, чтобы она развивалась, процветала, и все проблемы, которые возникали, чтобы мы совместно решали. Очень приятно, что мы можем доложить о своих результатах. Результаты у нас за 50 лет существования нашей школы накопились очень значительные. В этом году воспитанники школы получили 80 дипломов за участие в конкурсах исполнительского мастерства, олимпиадах, фестивалях различного уровня. Ежегодно учащиеся ДШИ имени Григория Пономаренко становятся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и краевых конкурсов и фестивалей. 4 раза им присваивалась стипендия администрации Краснодарского края «Молодые дарования Кубани». Развить талант юных славянцев помогает коллектив профессионалов, преподавателей, которые сами когда-то окончили детскую школу искусств. Школа гордится своими творческими коллективами. Это хореографические группы, духовой народный оркестр, прекрасные вокалисты. Все они активно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Вот концерты, которые вот День города проходит района, другие концерты, посвященные каким-то памятным датам или мероприятиям, праздничным дням, да, когда проходят с участием непосредственно ваших воспитанников, когда детки... Совершенно другие настроения. Обсудили на встрече и проблемы, которые нужно решать. Это и ремонт в школе, и благоустройство при школьной территории. Здание старинное, уникальное, да? Место шикарное, куда еще? Вот тебе парк, воздухом подышать. Само настроение, оно должно быть такое рабочее. А вот с парковками, конечно, у нас там есть сложности. Тут, может быть, даже где-то что-то еще и подумать. Поэтому в этом направлении будем двигаться. Но мы со своей стороны будем стараться, конечно... Какие-то вопросы ваши житейские поддерживать, решать. Все хорошо, но мы стремимся, чтобы было еще лучше. ДШИ работает уже 50 лет. Зданию школы более 100 лет. Раньше это была мужская гимназия, построенная казаками станицы Славянской. После рабочей встречи глава района посетил детскую школу искусств, чтобы посмотреть, как и в каких условиях учатся юные славянцы. Сейчас здесь работает 3 направления. Музыкальное, хореографическое, отделение раннего эстетического развития для дошколят. Самое главное, благодаря школе и педагогам, почти 1000 юных славянцев имеет возможность получать эстетическое образование, подчеркнул Роман Синеговский. Дети развиваются духовно, а это помогает им вырасти достойными людьми. Глава района встретился с коллективом педагогов, рассказал об итогах 2013 и планах на 2014 год, а также обсудил проблемные вопросы школы, один из которых – ремонт кровли. Считаю своим долгом и частью своей работы – это работать с жителями, посещать и наши заведения, и промышленные предприятия, и сельскохозяйственные, для того, чтобы была возможность прямого контакта, обратной связи, чтобы понимать, чем живет сегодня в целом Славянский район, какие проблемы. Глава района дал поручение специалистам управления строительства оценить объемы работ, составить смету. В этом году ремонт кровли в школе будет сделан. Также при поддержке районной власти будет проведен внутренний текущий ремонт. Педагоги активно участвовали в беседе, задавали вопросы, на которые получали ответы из первых уст. Были затронуты самые разные темы, и профессиональные, касающиеся развития отрасли культуры, и житейские. Работа пассажирского автотранспорта, медицинское обслуживание и трудоустройство. Мы должны также воспитывать и учить молодых. И главное, это нормальная атмосфера должна быть в коллективе. Не должно быть никаких интриг, не должно быть... Ну, то есть должно быть все в конструктиве, работа на результат. А результаты мы ваши видим, поэтому еще раз хочу сказать большое спасибо. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин, программа «События».